Кому половым говорит о декаде? Я не исправимо. Слушай, ну что такое? Ты постоянно вертишься у меня перед глазами, а? Я не могу. Без смеха вашего голоса. Слушай, я не могу. Либо я, либо он. В конце концов. Входите, я же не исправимо. Ваше имение собирается купить богач Деревянов. На торги, говорят, приедет сам лично. А вы откуда слышите? В городе, говорят. Ярославская тетушка обещала прислать. Но когда я сколько пришлю, неизвестно. Сколько напишу? 1100? 200? 1010-15, на том спасибо. Простите. Таких легкомысленных людей, как вы, господа, таких не деловых, странных. Я еще не встречал. По русским языком говорят, имение ваше продается, а вы точно не понимаете. Ну а что же нам делать? Научите, что? Да я вас каждый день учу. Я каждый день говорю одно и то же. Вишневый сад и землю необходимо отдать в аренду под дачу. Сделать это теперь же, поскорее. А аукцион на носу. Поймите же, раз окончательно решите, чтобы были дачи, тогда денег у вас будет сколько угодно, и вы тогда спасены. Дачи, дачники, это так прошло, простите. Саша, совершенно с тобой согласен. Я или зарыдаю, или закричу, или в обморок упаду, не могу. Вы меня замучили. Баба вы! Кого? Баба! Кого? Не уходите, голубчик. Может быть, вместе придумаем что-нибудь. Да чего тут думать? Не уходите, прошу вас. С вами все повеселее. А я вот все жду чего-то, как будто над нами должен обвалиться дом. Добрый угол, кроза в середину. Уж очень много мы грешили. Господи, какие у вас грехи? Говорят, что я смотрел все состояние. Проел на леденцах. Мои грехи? Мои грехи? Ну, я всегда деньгами свою беду держу, как сумасшедшая. Я уже замуж за человека, который делал один и тогда. И муж мой умер от шампанского страшных бед. Да несчастье, я полюбила другого, сошлась. И вот тут, вот в это самое время, это было первое наказание, да? Прямо в голову. Вот здесь, на реке. Да ну, мой мальчик! Я уехала отсюда, я уехала, как всегда уехала. Я уехала, чтобы никогда не возвращаться, чтобы не видеть этой реки. Закрыла глаза. Жалко себя не помню, а он за мной. Безжалостно, грубо. Купила я дачу возле Ментоны, так он заболел. Три года я не знала покоя, ни днем, ни ночью, душа моя высохла. А когда дачу продали, стал